Огромный передос, дружище. Ты будешь сегодня реально в шоке, я уже в шоке второй раз. Короче, Анета уже добавляет новую локацию, это сейчас ты будешь смотреть, поэтому, пожалуйста, подписывайся, ставь лайк. Я люблю делать информацию очень быстро и кратко, красиво. Погнали. Так, друзья, тут у нас лежат 3 кубика, сейчас возьмем. Так, 5 лауды дайся. Отлично. Это у нас 3 рандомно на x3 на 15 минут. Обалдеть. Точно, имба. Пиши в комменты, очень интересно посмотреть, что ты думаешь об этом. Короче, друзья, я, оказывается, очень умный. Спросил в Дискорде, где это увидел. Мне написали, вам надо занять позицию для этого. Давайте посмотрим. Правда. Обалдеть. Обалдеть. Это реально есть. Офигеть. Ты это видишь? Ты это видишь? Это новая локация, дружище. Офигеть. Слушай, ставь лайк срочно. Друзья, как всегда, вот вам... съемочка этого ракурса, эксклюзив. Хрен вам кто такое покажет. Потому. Теперь вы увидите то, что тут будет. Можете написать благодарность. Но это, кстати, что-то интересное. И вот сейчас это будет, скорее всего, в BSS Leaks. А может и не будет. Короче, теперь ты знаешь, как будет выглядеть новая локация, дружище. Поэтому, я думаю, лайк уже точно и подписки достоин. Так что вот так вот. Один из экспертов, ну или из... предположители, это на проклятую книгу похоже. Так что что-то интересненькое намечается в Бисварме. Вот в этой локации. Что там будет? Очень даже интересно. Ну, ты, короче, видел эксклюзив. Кстати, новый токен добавили. Называется он... у нас получается... One of Beyoncé Beast Token. Поэтому вот... все, выложили full build... of the build, ну, в общем, полную постройку, так что так. Я скину, пускай будет. Теперь все это об этом знают. Круто. Все, друзья, всем желаю всего наилучшего. Вы теперь видели все и даже больше. Новый токен я вам где-нибудь ставлю. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Покеда!